Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В субботу в Самарской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, 19-21 тепла днем, ночью 12-14 градусов выше нуля. Ветер северо-западной скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани облака возможен дождь, днем плюс 21 градус, ночью 13 выше нуля, северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, днем плюс 20, ночью плюс 14 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре ясно, плюс 19 градусов, в дневное время, ночью плюс 13, ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 58%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.